думаю, нужно начать с того, что себя представляет данная модель. Это горный велосипед на 29 колесах, что значительно лучше, чем 26. Лучше и более уверенная проходимость по пересеченной местности и лучший накат по ровной дороге. Теперь рассмотрим более детально велосипед. Данная модель собрана на раме High Ten Steel, что придает раме целостности, жесткости и хорошего наката. На эту раму установлена пружинная эластомерная вилка с ходом 70 мм. В качестве трансмиссии выступают следующие компоненты. Такие как ревошифты от Shimano SL-RS35, передний переключатель Hyundai, задний переключатель Shimano TX-35, трещотка FreeWheel 1428 зубьев 7-скоростная, цепь КМС Z33 и шатуны на 3 звездах на 21 скорость. Тормоза установлены типа V-Brake, но они ничем не хуже, чем дисковые, но имеют меньший вес. Колеса собраны на базе двойных усиленных ободов алюминиевых, втулки с насыпными подшипниками, которые имеют отличный накат и ресурс, и покрышки с универсальным рисунком протектора, компас 29 на 1,195. В общем, что мы имеем? Данная модель, так как она на 29 колесах, то подойдет как подростку, так и взрослому человеку. Так как есть в размерной сетке размер 21, то высоким людям велосипед это тоже подойдет.